Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередное видео по очистке гаража. Вы любите эти видео, вы пишете нам очень много комментариев. Да и мы это любим делать, честно говоря. Вскрыть, посмотреть, разобрать, что чего. Нам отдал ключ владелец гаража. Он гараж этот сдает. И новый арендаторша, это у нас девушка, молодая, красивая. Ей весь этот хлам мешается. Но гараж сказали, что захламленный. Она занимает только среднюю полочку. Вот, все остальное нам нужно выкинуть. Итак, смотрим. Так, ну, насколько я понимаю, значит, вот это нашей девушки резина. Она ездит на Audi А3, если не ошибаюсь. Машинка маленькая. А вот эта полочка ее. Это ее полочка. Так, ну, соответственно, велосипед. Значит, нам надо будет выкинуть, разобрать вот эту полку. И, ну, уточним, вот эта бочка, железный ящик какой-то. И вот этот низ. Что я вижу здесь уже? А сбоку у нас есть какой-то металльчик. Ржавенький, гнилой, но на сдачу нам пойдет. Ну что, сейчас переодеваемся и приступаем к разбору завалов. Так, ну что у нас тут? Алюминиевый бетончик. Так, это уже 7 килограмм алюмишки. Так, пластиковая бочка. Пластиковая бочка. Так, ну, с хламом. Так как ее выбрасывать, хлам будем скидывать сюда, а потом сразу же на помоечку. Так, я вижу какие-то редкие включения металла. Какая-то проволока. Так, сейчас мы, наверное, сделаем так. Возьмем свою ведерочку и будем ее потихонечку дополнять. Вот нашли трубу. Ну, тут у нас что-то еще, какой-то тросик. День обещает быть жаркий. Тут куча у нас порогов. Я не знаю, что это такое. Скорее всего, это молдинги от Honda. Нашли педальки. Ну, кто не знает, это с учебной машины, второй комплект. Кто-то, видал, катался, снимал гараж. Какой-то автоинструктор. Смотрите, какую прекрасную мы находочку сделали. Блинчики такие. И вот еще один, второй, вот такой же. Железный. Не знаю, честно говоря, а что такие блинчики. Так что, ребят, если знаете, пишите. Комментируйте. Для черчения ученика 7 класса. Ну, здесь уже ничего нету. Один ящик мы уже вытащили. Так, что здесь у нас? Какая-то лопата. Лопата. Для машинки. Оставим. Пригодится. Снег откидать. О! Так, канистра пластиковая. На мусор и ведерочка. Ведерочка, что-то в ней лежит. Сам не знаю, ребят, открываем, смотрим. Угу, так. Это, походу, была соль. Так, соль, что у нас тут еще? Ну, замерзайка мы ее оставим. Пригодится. Так, аккумулятор. Нашли. Хорошая находочка. Так, здесь у нас еще большая-большая бочка с мусором. И в ней что-то лежит. Добрались до весов. Весы 93-го года. Взвешивать на 40 грамм. Так, ну, с весами как мы поступим? Да, оставим, скорее всего, их.
Весы вроде рабочие. Фу, пылище полно. В нос лезет. Возможно. Вот это запасы, вот на случай атомной войны, если выживешь. Вот у нас здесь есть макароны, соль, крупа, а внизу там мы еще нашли чечевицу. Даже не знаем, что с этим добром делать. Там еще бочка. Бочка, бочка, бочка. А там лежит у нас руль. Мешки. Ну, мешки. Сейчас, может быть, мусор набьем. Хотя они что-то какие-то же погрызанные. У нас есть генератор. Генератор. Новая полуось. Руль. От шестерки. Прям смотрите, какой винтажный руль. С вензелями. И винтажные оплеточки. Полуось. Новая. На жигу. Так. Вот это я, честно говоря, не знаю, что это такое. Но, скорее всего, это имеет отношение к этим блинчикам. То ли какой-то стул был. Основание стула. Вот еще что-то. Или может какая-то. Ну не знаю, не знаю. Так, ну вот так вот сейчас поднимем, вам, наверное, будет видно. А, две пружины. А, и еще одно такое. И два таких основания. Оно есть запчасти на жигу. Вот такой болгарский. Что это такое? Это типа катушка или какой-то. Уже не помню, честно говоря. Давно у меня была классика. А, да, мы созвонились с нашей девушкой, и она нам отдала три диска на Audi. Один мы оставляем ей на запаску, выберем какой получше. А три диска вот таких вот теперь есть. Осталось нам, ну, практически чуть-чуть. Первая ходочка у нас будет мусор, сразу все выкинем. У нас что-то там наверху пол чуть-чуть осталось. Ну, практически полмашины уже забили. А, нашли такую баночку. Баночку, но все, наверное, подумают, что это масло или еще что-то. Я тоже думал, что масло. Потом прочитали. Ветчина из задних окороков. Изготовлена еще в Югославии. Скорее всего, подозреваю, это гуманитарная помощь, может быть, какая-то была. В 90-х, 91-м году. Или в 93-м, когда было все по талонам. Я еще помню это хорошо время. И сахар, и водка, и даже сигареты. А, да, это, кстати, там нашли очень много пачек еще родных от Marlboro, которые были импортируемые. Ну, разбираем. Целая куча лыж у нас еще здесь. Ну, тоже выбросим. А, вы помните, что мы лыжи собирали в свое время, хотели что-то из них сделать, но что-то запал прошел, честно говоря. А туда, куда хотели мы приспособить, они у нас не вписались. Поэтому сразу все на выброс. Вот опять какие-то пачки. Железная, сварная, вот такая классная воронка. И даже, кстати, с сеточкой. Часто все пластиковые вороночки, а тут прям такая. Прям, ну вообще очень классная такая вороночка. Наверное, оставим. Так. Ну, понятно, здесь какие-то узелки, прочий шмурдяк, алюминиевый уголочек, дворник. Тоже сейчас разберем. А куча, куча, куча. Уже сколько выкинули вот таких покрышек, которые уже лежали так долго, что уже лопнули. Все раньше это дело собирали. Дефицит был всего запчастей, делали такие запасы. А теперь просто мы эти запасы выкидываем. Вот целая машина получилась. Еще через среднюю дверь закидывали. Вроде казалось чуть-чуть. А так всегда кажется, чуть-чуть набиваешь полную машину. А когда кажется много, вывозишь три машины.
провозились почти 4 часа, полная машина мусора. Но теперь мы после себя оставляем такой гараж. Одна полка целиковая, здесь мы все уложили, все красиво. Ну а здесь хозяйка сама уже, честно говоря, посмотрит, что ей нужно, что ей не нужно. Еще дополнительно разберется. Едем сейчас на наш складик, все там уже разгрузим, отсортируем и покажем вам, что нам в итоге досталось. Все выгрузили, получилась такая у нас кучка хорошая, большая. Опять у нас собрался алюминий, бетончик, и соответственно мы его еще внутри забили, колпак, и там у нас еще радиатор. Ну, килограмм, наверное, уже на 15 есть. Есть медяшка, которую надо разобрать. Двигатель. Вот здесь в движочке тоже кое-что есть. И плюс у нас еще генератор. Все загрузили, едем на приемку. Решили сдать тоже бочку. Закинули ее. Ну, килограмм нам 15-20 на по-любому весит. На завтра у нас остался алюминий. Вот, набили почти полную бочку. Там еще у нас нержавеечка есть. Ну и кое-что здесь надо почистить. И у нас еще аккумуляторы есть. Сдавать будем в другом месте. Так как там, где мы сдаем чермет нормально принимает, но с цветным металлом начинаются вечно какие-то терки. Кто где-то шурупочка останется, где-то гаечка, они начинают сопли жевать. Так что отвезем в нормальное место, где принимают за нормальную цену и особо не докапываются. А вчера мы сдавали металл, металла у нас накопилось очень много от разбора двух гаражей. И также у нас собралась здесь алюмишка. Металл у нас получилось 440 килограмм на 5200 рублей. Честно говоря, не думали, что так много получится. Вчера загрузили алюмишку, и сегодня мы ее сдадим. От разбора у нас остались еще диски на модале от Audi. Мы их закинули на Авито. Недели, наверное, 2 или 3 они болтались, но что-то как-то не продались. Решили мы их сдать. Их всего 3 штуки. Ну и, честно говоря, места много занимают. У нас на каждой стоянке, да, где-то вот нычки, и уже просто везде не войдешь. Так что если все оставлять и ждать, когда все это дело продастся, места просто, честно говоря, не будет. Так что сдаем. Здесь у нас вообще бетончик. Мы его почистили, сняли здесь. Еще железо было. Почистили фонарики. Ну, сейчас заедем, посмотрим, сколько у нас получилось. Вообще не берешь? Ну, через анализ, а что я буду из отмышки анализ вставлять. Ну ладно. Так, ну в принципе у нас вроде как все. Алюминий все? А? Алюминий все? Алюминий все, да, сейчас еще аккумулятор. По металлу у нас получилось 5200-440 килограмм. У нас было очень много алюминия. На 50 килограмм алюмишки на 3,60. И мы сдали еще аккумуляторы 54 килограмма на 2700. Итого у нас получилось 11 тысяч. Ну, в принципе, мы считаем неплохо. Итак, ребята, всем, кому понравилось наше видео, не скупитесь, ставьте лайки, разбирайте гаражи. Всем пока!